Здравствуйте, мои дорогие. Давайте сегодня поговорим с ним о вас. Настройтесь, пожалуйста, на гадание. Вспомните своего прекрасного мужчину. Как его зовут, как он выглядит, что-нибудь хорошенькое. Наливайте чашечку чая, кофе, и давайте поговорим о вас. Итак, настроились. Я тоже настроилась. Поехали. Первый вопрос сразу вот в лоб. Любишь ли ты женщину, которая смотрит этот расклад? Да, любит. Больше скажу вам, не то что любит, он вас видит прекрасной женщиной. Женщиной достойной, женщиной богатой, воспитанной, очень ухоженной. Женщина, видите, здесь так, как рог изобилия нарисованы фрукты. То есть женщина, у которой настолько все прекрасно в жизни. Да, он говорит, я люблю ее. Вот он выходит рядом с вами. Видите, король кубков. Что тут скажешь? Король кубков – это человек, который говорит, что я тебя люблю. Мы его спрашиваем, любишь ли ты женщину? Он говорит, да, я ее люблю. Она шикарная, она волшебная, она насыщенная, она энергетически наполненная, она финансово обеспеченная. Она, говорит, очень классная, сформированная женщина. И он говорит, у меня есть мечта быть с ней до самой старости. Говорит, вырастить с ней детей, родить с ней детей, иметь с ней общий дом и жить с ней до самой-самой старости. Хорошо, что ты думаешь о женщине? Говорит, думаю все то же, что мы разные, я хочу быть с ней. У нас есть разности, говорит, мы друг другу, как говорят, не подходим, но я, говорит, хочу быть с ней. Дельфин и русалка, сюжет этой песни. Говорит, я хочу быть с ней в семье, в счастье, в любви, в гармонии. Я, говорит, постоянно вспоминаю о ней, вспоминаю те события, которые были между нами. Вспоминаю очень, говорит, по-доброму, любя, как ребенка. Она мне казалась очень наивной, доброй, честной, бескорыстной. А сейчас она, говорит, ко мне показывает холодность и безразличие. Я, говорит, скорее всего, ей не нужен. Что ты ждешь от отношений с этой женщиной? Ну, она говорит, ушла, кубки растеклись, и отношений нет, говорит, сейчас. Но я, конечно же, получал полное удовлетворение, так как когда был рядом с ней, она меня насыщала полностью, она энергетически меня полностью наполняла. Я, говорит, как вампир наполнялся ею. А сейчас, говорит, я сижу, скучаю, на луну смотрю. И все, что могу сделать, это только подглядывать в интернете за ней. Видеть ее только в интернете. Что ты знаешь о женщине, чего она не знает? Что-то, какие-то вот новости, какие-то планы у тебя есть, которые женщина не знает, а ты вот предполагаешь, что они должны будут сбыться. Есть такое? Но она не знает, что она для меня шанс в жизни, удача, серьезный шанс в жизни. Она не знает, что я за ней шпионю и пытаюсь найти про нее какую-нибудь информацию. Мне очень интересно ее познать. Я абсолютно ее не знаю, ничего о ней не знаю. И она для меня как непрочитанная книга, пытаюсь ее узнать. Она не знает, что я мечтаю и себе всякие вещи представляю рядом с ней. Я мечтаю о ней. Я летаю в облаках. Я мечтаю, говорит, дотронуться до нее, быть рядом с ней. Она для меня, говорит, как фея, как загадка. Как ты думаешь, вы когда-нибудь встретитесь?
Сейчас, говорит, пути закрыты. Она, наверное, не хочет меня видеть. Я бы сам, говорит, хотел бы узнать этот вопрос. К Всевышнему обращаюсь. Прошу его понять мне, дать понять, почему мы вообще встретились. Почему мы встретились так поздно? Почему мы не встретились раньше? Почему наши дороги не пересеклись раньше? Что, к чему этот был урок в жизни? Для чего это он был дан? Я к ней хочу лететь, мчаться на всех парусах. А примчишься? Она отказывается от моей любви. Но опять, видите, говорит, я ее люблю и мчусь к ней. Так, то есть это сколько ждать женщине? Опять, видите, говорит, здесь рыцарь с сердцем, да, любви. Здесь сам король, говорит, люблю я ее, не могу, говорит, без нее. Без нее чувствую себя вот таким, говорит, на ветру высушенным, засохшим, без энергии, без жизненных сил. У меня, говорит, к ней жуткая привязка. У меня к ней сексуальное влечение. Говорит, я просто от нее, говорит, горю, загораюсь и с ума схожу. Хорошо. А что бы ты тогда хотел сказать женщине? Хотел сказать, что я себя сдерживаю очень сильно, держу себя в руках, вот она. Я на самом деле горячий, страстный, говорит, мужчина. Я огненный, говорит. Я, говорит, мужчина, которому требуется женщина, страсть, огонь, энергия. А я, говорит, проявляю себя как король с мечом. Пытаюсь показывать свою холодность, какая она меня показывает. Ведь вот вы и он тут. Вы королева с мечом, и он тут король с мечом. Я пытаюсь контролировать и пропускать, говорит, все свои чувства через голову, не давать им хода по темпераменту. То есть я держу, хотя по дьяволу, говорит, меня тянет безумно, говорит, выворачивает наизнанку. На что ты готов пойти ради этих отношений? Он говорит, хочу страсти, секса, начала. Готов пойти на начало этих отношений. Потому что у меня разбитое сердце. Я устал быть в этом состоянии разбитого сердца. Я, говорит, страстный мужчина и хочу страсти, хочу любви с этой женщиной. Хочу пропускать через себя эти корабли с любовью, говорит. А не смотреть на королеву с мечом, говорит. Который я не интересен, который от меня отвернулся и смотрит вообще в другую сторону. Что ты ждешь от этих отношений? Я жду, что она станет такая же яркая, огненная, горячая, как и я. Она повернется в мою сторону, и мы будем вместе. Я жду, что мы будем строить вместе наши отношения, наш общий дом. Видите, гвоздиками тут строят кирпичный цветочек. Будем работать над ними. Что все шрамы, которые у нас были, они все зарубцуются и затянутся. И что опять наша любовь, наши отношения зацветут, как эта роза. А когда это будет, когда, ты думаешь, произойдет такое изменение, что женщина повернется к тебе лицом, станет такой же огненной, горячей, страстной, как ты? Ух, говорит, все закрыто сейчас. Вырвала она мое сердце из груди, его съела, растоптала, говорит, видишь, у меня, говорит, зашнуровано место, где мое сердце должно быть. Ограничения, опять ограничения. Говорит, я не могу двинуться к ней. Я сижу в клетке. Хоть и клетка открыта, но я ограничен. Я не могу ехать, лететь к ней. Я, говорит, жутко ревную ее. Она очень талантливая, она очень креативная, творческая. Видите, здесь женщина работает.
Бездействие, бездействие тут. Он говорит, я бездействую. Тут есть король пентаклей. У женщины, да? Он бездействует, потому что он говорит, женщина закрылась от меня, вот эта прекрасная женщина закрыта от меня. А она, говорит, для меня самая главная ценность в моей жизни. Я хочу быть королем пентаклей, чтобы быть вместе с ней. Пока я не могу этого сделать. И женщина бездействует, и я бездействую. Мы, говорит, в ограничениях находимся друг от друга. Здесь тоже восьмерка как ограничение. Да, он говорит, пока работаю, пытаюсь достичь какого-то мастерства. Да. Пытается стать пентаклевой мастью. Пытается найти новые берега в работе. То есть человек здесь говорит, пока есть ограничения. Ограничения и по любви, он прямо вот здесь у него все кричит, то, что не хватает ему пентаклей в жизни, не хватает финансовой составляющей. А мы видели вас, он там показывал, как женщину очень самодостаточную, да, как-то. Ну-ка, иди сюда. Вот она, видите? Женщину шикарную. Он говорит, не могу я пока к ней двинуться. Есть ограничения. Но без вас ему очень плохо. Без вас он чувствует себя просто убитым. Он ревнует вас. Ревнует каким-то, вот он показывает, что и сам он хочет стать пентаклевым королем. И рядом есть какие-то люди, какие-то короли вокруг вас крутятся. Как ты думаешь, твоей версии что-то может измениться еще? Ой, говорит, я сам все разрушил, разрезал. Очень тяжело, потому что есть обман, есть недосказанность, есть... А какой обман у тебя здесь проходит? В чем недосказанность? Не хочет разговаривать. Говорит, что она моя звезда, она мое счастье. Ушла из отношений, оставив все свои кубки. Ушли, влюбя друг друга, подглядывает за вами. Испытывает желание вас увидеть. Хочет новой дороги, нового начала с вами. Говорит, женщина очень загадочная, таинственная. Никому о вас не рассказывает. Женщина, говорит, просто император, говорит, в юбке. Всеми повелевает и руководит. И это тебя пугает. Хочет встречи, говорит, что все-таки есть какая-то тройственность союза. Но понимает, что вы ему не просто так даны в жизни. А по своему этому рыцарю расскажи. Ну, обрезал все, потому что считал, что так справедливо, так нужно делать. Для чего? Для какого сдерживания себя? Потому что мужчина не свободный, потому что есть там императрица, поэтому он отрезал эти отношения. То есть мужчина вышел из отношений, разорвал с вами отношения. По обман был в том, что он вам не сказал, что у него есть там своя императрица с ребенком. То есть здесь ребенок. Да, и говорит, ну так нужно было, ну, по суду, по карте справедливости, естественно, там даже официальный брак. Поэтому ситуация подвесла, он себя сдерживает, но он вас любит, он не ожидал, что он так влюбится. Он не ожидал, что он думал, это будут легкие отношения. Говорит, и мне это смерти подобно, говорит. Я просто, говорит, с ума схожу от этого. Я думал, что я буду победителем, а я, говорит, никто. Вот она, говорит, я эту делал выбор в сторону, да, своей семьи, семейных отношений, поэтому я сделал башню с женщиной. И ему обраточка за вас прилетает. Вот он мучается по ночам, не спит, с ума сходит, и всю голову мечами ему изрезали. И ваша копна волос у него стоит перед глазами. Он вспоминает, как здорово все было. Как он мог быть с вами императором,
со своей империей, что вы могли бы быть с ним рядом. Он влюбляется все больше и больше, не знает, как решить эту шахматную партию. Понимает, что нужно ехать к вам на своем коне. Но конь-то не настоящий, посмотрите, из листочков сделан. Он понимает, что вы его солнце, вы его счастье. Что вот он рвется к вам опять, огненный король в женском обличье, летит к вам для того, чтобы строить с вами совместные отношения. Потому что вот она, эта любовь, это счастье его. Вот он, этот ключ от этой жизни. Вы ему перевернули весь мозг. Вы ему сломали всю его устоявшуюся жизнь. Он и не знал, что она может быть другая. Вот она, говорит, необычная, волшебная, неземная. Вообще, говорит, другая, из другой цивилизации. У нас тут карт мало осталось. Давай, расскажи нам, чем же все-таки это закончится, по-твоему, друг мой? А? Закончится, говорит, любовью. Я ее люблю. Ну, вот видите, что ты спросишь у него еще. Любит он. А признаешься лично женщине, расскажешь? Да, говорит, признаюсь, скажу ей. Но опять через какие-то манипуляции. Говорит, потому что мне это очень тяжело, говорит, напрямую говорить. Буду, говорит, придумывать что-то. Говорит, потому что так я боюсь. Карта нам закрывает расклад. Будет что-то говорить напрямую, так боится. Сердце у него болит, не спит по ночам. Строит планы, как с вами встретиться, потому что любит вас. Вся колода закончилась. Любит мужчина здесь вас всеми силами, которые только есть. Любовь через каждую карту идет. Но мужчина не свободный. Мужчина поэтому ушел. У мужчины есть там императрица, его женщина. Там, видите, у нее ребенок есть. У них есть семья, дом. А вас он держит в тайне. Хотел, как он говорит, легких встреч, свиданий. Вот этот вот треугольничек сделать. А вы не пошли на треугольничек. И он понял, что женщина очень непростая. Что женщина... Звезда теперь далекая, холодная, до которой не дотянуться, но жутко манящая. Вы его просто сводите с ума. Ему нравятся ваши волосы, ваше тело. Нравится, он прям постоянно в этих фантазиях полетает. У него где-то там карта фантазии была. Помните, там тоже женщина с голым телом и такими длинными волосами. В общем, сводите вы его с ума. Он тут весь... извился. Хочет любви с вами, любит вас. Хоть, говорит, мы и разные, хоть мы из разных вселенных, говорит, но я люблю эту женщину. Что делать, он не знает, нет у него сейчас решения. Удалился, а сам страдает и скучает без вас. Вот такой вот получился грустный расклад. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки для нашего с вами энергообмена. Всего доброго вам и до новых встреч. Пока-пока.